Павел Крашенинников, правовед, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, а также автор множества научных работ в области государства и права, издал свою новую книгу о человеке, ставшем вторым человеком в империи. Книга получила название «Семь жизней графа Михаила Спиранского». Презентация его новой книги прошла в главном здании Казанского федерального университета. Она началась со слов исполняющего обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрия Таюрского. Сегодня Павел Владимирович любезно согласился рассказать, представить свою замечательную книгу о семи жизнях графа Михаила Спиранского. Но поскольку речь идет о Спиранском, я хотел бы привести одну из цитат. «Умение писать и говорить непонятно есть нелепость, превосходящая все меры нелепостей». Эта книга – дань уважения Михаилу Михайловичу Спиранскому, величайшему государственному деятелю, который внес огромный вклад в развитие нашей страны. Попытка охватить его весомое и многогранное наследие, показать его значение для последующих поколений. Конечно же, надо сказать, что это уникальный очень человек, который, собственно говоря, родился, и у которого не было даже еще своей фамилии, и было только имя, и, конечно, человек, который смог во времена совершенно невероятные, уже в конце 18-го, в начале 19 века, фактически уже в 19 веке, смог стать вторым человеком в империи. Виктория Казанская, Фарид Захидоглы, Универньюз.